о картинах, рисунках и фотографиях в альбомах Григория Петровича Гробового «Проявление вечности». Предположим, что был задан, например, такой вопрос. Зачем делалась компьютерная обработка картин, рисунков и фотографий в альбомах Григория Петровича Гробового «Проявление вечности»? Ответ можно дать такой. На странице лицензированного сайта gagrik.com четко записано, как созданы изображения книг. Изображения книг созданы Григорием Гробовым на основе его рисунков, содержащих способы соединения с жизнью вечности, и фотографий, сделанных Григорием Гробовым с применением своего ясновидения в выборе ракурсов, фиксирующих области вечности, с использованием им компьютерной обработки, ускоряющей освоение вечности. Использование фотографий необходимо, чтобы была объективизация техническими средствами существования областей вечности в конкретных географических местах. Рисунки имеют субъективную составляющую и содержат области вечности как в отраженных на рисунках географических местах или объектах, так и в изображениях, содержащих области вечности, воспринятые духом, душой и сознанием. В отличие от простого нащелкивания фотографий, как записано на странице аннотации книги изображений Григория Петровича Гробового «Проявление вечности», и при фотографировании, и при написании рисунков Григорий Гробовой применял свое ясновидение в выборе ракурсов, позволяющих установить существование областей вечности и научиться через них вечной жизни каждому живущему существу. Затем, как видно из процитированного предложения, использовалась компьютерная обработка изображений для ускорения освоения вечности. И при компьютерной обработке изображений также Григорий Гробовой использовал свои способности управляющего ясновидения. Способности ясновидения и прогнозирования Гробового Григория Петровича доказаны протокольно, свидетелями и судом. То есть даже с этой точки зрения можно считать изображения, созданные Гробовым Григорием Петровичем, уникальными. Есть множество отзывов о том, что эти изображения работают и учат. При компьютерной обработке изображений Григорий Гробовой использовал не Photoshop, а фундаментальные знания по компьютерной обработке изображений с моделями максимальной концентрации информации, полученные в Институте кибернетики Академии наук Узбекистана во время прохождения Гробовым Григорием Петровичем там преддипломной практики, и знания программиста, полученные в университете. Среди картин альбомов «Проявления вечности» есть картины, где использовались для компьютерной обработки только рисунки Григория Гробового. То есть в альбомах представлен не только вариант соединения фотографий и рисунков Гробового Григория Петровича при компьютерной обработке. Данная информация находится на странице www.gagrik.com в папке «Авторские труды Гробового Григория Петровича. Консультационный центр по применению произведений Григория Гробового».